12 тысяч мест в детских садах региона открыто с начала этого года. В планах до конца декабря отправить в учреждение дошкольного образования еще 2500 малышей. Такие цифры были озвучены на селекторном совещании с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым. О положении дел в 63-м регионе отчитался вице-губернатор Александр Нефедов. Он сообщил, что за последние 4 года темпы ввода опережают прирост населения. Из бюджета на решение проблемы в общей сложности было выделено почти 4 миллиарда рублей. Сейчас за счет областных средств ведется строительство и реконструкция зданий. Активно привлекают бизнес на условиях государственно-частного партнерства. А полностью закрыть вопрос нехватки мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет планируют уже к 1 января 2016 года.